Молодец! Молодец! Оля, что ты сказала? Она сказала правильный! Я Оля, все говорю! Пишите! Оля! Пишите все, что хотите! Оля, ну ты молодец, ты же знаешь, да? За 5 лет я выучила. Я поэтому говорю, пожалуйста, пишите. Единственное, что я прошу, не нарушайте правила, не переходите на личности, да, без мата. Помогаешь, ладно, я воспользуюсь, без мата. А потом ударю. Да, потом ударю. Значит, религия, политика и все вот с этим, что связано, я прошу, не пожалуйста. Лично футбол, я так понимаю. Открыли? Футбол открыли. Футбол открыли, да, должна быть какая-то внутренняя у человека цензура, да. Правильно? Если он понимает, что это можно, ради бога, никто не против.